Московский театр «Мюзик-холл» продолжает радовать своих зрителей очередными премьерами и открывает новый гастрольный тур комедии «Мужчина с доставкой на дом». Зрители порадует звездный актерский состав: Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова, Джемал Тетруашвили и другие. Я хотел бы подчеркнуть, что этот спектакль мы создавали прицельно под заслуженную артистку России Елену Воробей. И будет не лишним упомянуть, что этот спектакль в некотором смысле бенефис. Герои комедии, желая обрести простое человеческое счастье, попадают в немыслимый круговорот нелепых комических ситуаций и забавных недоразумений. Это удивительно трогательная и веселая история с яркими персонажами и неожиданно комедийными ситуациями. Я влюбилась в эту пьесу с первого слова. Столько комедийных ситуаций в одном произведении, на одной сцене, мне кажется, это такая концентрация юмора. Это просто фейерверк юмора. Приходите, не пожалеете. Комедия будет показана зрителю 10 февраля 2018 года в Доме народного творчества всего один раз. Комедия «Мужчина с доставкой на дом» никого не оставит равнодушными и на долгое время зарядит положительными эмоциями и душевным вдохновением. Спешите за билетами, они уже в продаже в кассе Доме народного творчества.